первый профессиональный бой. Под ваши аплодисменты в синий угол приглашается серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу, победитель Кубка России по кикбоксингу, победитель Кубка России по ушу сальдо, мастер спорта по кикбоксингу и армейскому рукопашному бою Вячеслав Филиппов. Восьмикратный чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира, участник предстоящего файт-шоу по ММА «Битва за Тулу», тренер спортзала «Хулиган» Элман Запаров. Thank you.
понимать его еще громче поддерживать участников этого конкурса. Есть ли сегодня те, кто поддерживает Алмана Сафарова на Тула? Гость турнира Вячеслав Филиппов, город Орел. Громче, 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 громче. Давайте поддержим. Thank you.
Еще один.
Напоминаю, что 28 сентября состоится очередная битва за Тулу, куда приглашаются все присутствующие на сегодняшнем турнире. Приходите обязательно, я уверен, вам понравится. Билеты можно купить здесь, в спортзале Кулика. Итак, первый профессиональный бой на сегодня завершен. И победу одержал Элман Сафаров.